выглядят? Как они выглядят-то, идти-то? Чё-то бред какой-то. Как они выглядят и где их брать? Что-то написано? Просто в мануале... Кто-нибудь знает, как выглядят канты? Кто-нибудь играл, может? Потому что мне нужно конт хотя бы один. Потому что... Без конта... Мне кажется... Не, я, конечно, могу. Пройти так. Но было бы неплохо. Прям в самом начале игры ванна поваляется. Охренительно. Я вроде в прошлый раз спас Ван Хельсинга одного. Уж за это дают конт. Я даже не знаю. За очки. Ты серьезно? Удар. Монеты. Эй! Сика. Экран погас чуть на секунду. Скакнуло. Это скорее не по книге. Это скорее по фильму. Блять, и что ты не прыгнул? Разница, конечно, небольшая, но...
Интересный момент. Вот это был конт. Так, здесь лучше слева упасть, да? Так, где тут появляется этот пес? Вот тут где-то? Же есть этот, как этот сериал назывался, про вампиров, старый какой-то, там Малукард был. Блять, как она называлась это, блять, раньше помнил. Я помню, что там в первой серии какую-то девку укусил вампир, самый первый. И типа ее взяли на службу в какое-то спецподразделение, блядь, чтобы вампиров истреблять. И там, блядь, в церкви, короче, в самой первой части появился, короче, чувак в красном такой, блядь, в шляпе, ёпта, в очках таких круглых, блядь. Его расхуярили, блядь, просто в пух и прах, блядь. А он потом собрался по частям и как начал всех хуячить. Там просто жизнь была. Хельсинг, да, точно. Хельсинг. Ой, бля. Ну, а, бля, еще время не пришло. Вот теперь, блядь, ну ты что ты вовремя так выстрелил-то, блядь, алло. Ну я выстрелил, алло. Придятина. Скрипит. Так, убить вот этого. Привет, панда. Тика.
У тебя ник через К пишется, я пытался очки начислить. Мне бот говорит, нет такого пользователя. Правильно. Что ж такое-то? Что ж такое-то? Кто там пишет, кто? Что мне кто? Что? Че? Что происходит? Че? Это не Бэтмен. Это... Дракула. Ну, Хельсинг был хорош. Хотя мы там ржали с одной серии, где был чувак со шпателями, блядь. Мы его так прозвали. Чувак со шпателями. Да? Да? Охуительно. Козёль. А чё тут? One up. Даже если я сейчас помру, что в принципе было бы очевидно, если бы я помер. Блять, ты чё нахуй пугаешь-то? Ну, то есть ничего страшного, я думаю, не будет, если я сейчас помру. Знаешь, что интересно? Я что-то на это не обратил внимания. Вот он разворачивается. Вот он разворачивается, когда проходит анимация. Он не может ничего делать, не прыгать, не стрелять, ничего не может делать. Но, сука, если прыгаешь, то он свободно поворачивается в любую сторону. Да? Видишь? А тут вот эта вот хуйня. Хилку, пожалуйста. Хилку. Хилку. Пойдешь. Да, блядь, ну прям на, сукачек, блядь, вот ты, вот уёбище ты, блядь, игра. Вот уёбище. Такой шанс был, блядь, на чекпоинте, блядь, помереть. Нет, нахуй. Нет, блядь. Хуй вам, уважаемый. Thank you.
А что нельзя было так сразу делать? Так, кабаньеро. Ай. Это... Кабаньеро это... Это чувак на Твиче. Ты его не видел уже лет 100? Да ладно. Нет, не чубанир. Кабанир. Там нету буквы H. Что происходит? Где я? Бля, еще один конт. Охуеть. Вот это красиво. Я надеюсь, что это конт. Так, пока ничего не стреляет, можно бежать. Блядь, дурак. Так, а вот теперь надо аккуратней. Бля, классно. Да, сука, ты чё, охуел, что ли? Так, у меня... Блять. Тут патроны вроде только были, да? Не, давай пойдем дальше. Красиво. Красиво. Ну что, хилочка будет сегодня? Ты, блядь, опять он меня убил, ну сука. Окей. Не, я туда не пойду, там вода кругом. Эй, босс. Воу. Воу. Воу, тихо. Последний. По музыке прям ориентируюсь. Каждый раз музыка заканчивается. И все. Хуя тут часов. Ого. Лифт. Бля, не. Да, потому что я... Архимон, привет. Воу. Тей, тролльство началось. Так, ладно, маленькими шажочками. Они специально так ставят, знаешь... Чтоб ты типа к ящику ломанулся. Чтоб ты к ящику ломанулся, а тут хуяк рука из ниоткуда. О боже, нет.
Опять ты. Ты такой же? Блядь, что делаю? Я думаю, что все современные игры говно. Ты меня спрашиваешь? Все, мы прошли игру. Внезапно. Ты, кек. На куражах. Оба. То есть, чтобы увидеть больше уровней, надо играть на харде. Да, я не хочу. Я не знаю, это филлер просто. Я просто даже не знаю, что сейчас отвечать, потому что, ну, последний раз, когда я слышал фразу от него «современные игры», это игры, которые вот вышли вот, блять, неделю назад. Это современные игры, все остальное я хуй знает. Спасибо, Филлер, спасибо, Архимон, спасибо, Достальчик. Ага, ну как так? Пошли.